22 января 2019 год, Харьков. Юпитер, а вон видно и Галилеевы спутники. Не так, чтобы сильно хорошо. Так, Юпитер, но мы здесь не ради него, вот у нас Венера. Слияние Юпитера и Венера. Раз в 24 года такая красота происходит. Настолько близко они друг к другу подходят. Да, морозец убивает мою аппаратуру. Минус 12. Не приспособлен фотоаппарат под такие экстремальные. Нагрузки температурные. Ну, в общем, что есть, зафиксировали. Как раз у нас Луна в перигее, полнолуние. Вчера еще было затмение, но эти замечательные облака. Не, уже все. Спряталась. Ну, лады.